Меня зовут Сергей Исаков, я тренер, консультант компании CBSD и специализируюсь в компании на тренингах навыки успешной презентации, успешные деловые переговоры, оптимальная мотивация, управление временем. В скором будущем буду работать над такими тренингами, как влияние, эффективное управление конфликтами, а также я занимаюсь бизнес-симуляциями и играми. Я бы хотела отметить работу тренера Сергея Исакова с той точки зрения, что каждый участник тренинга вовлечен в процесс, и при этом Сергей дает время каждому освоиться и понять, что именно, где именно испытывает сложность участник тренинга, и вовлекает в процесс именно тогда, когда участник готов к этому. Мой профессиональный опыт как тренера, он составляет уже 1 год. Начался он в компании CBSD именно как профессиональный опыт тренера. До этого я тренингами профессионально не занимался, но при этом я тренировал in-house, что называется, внутри компании, где я работал. Хороший, полезный. Сергей хорошо его ведет. Много интересного, нового. Достаточно полезно посмотреть на себя со стороны, что-то исправить. Последние 15 лет моим бизнесом, основным бизнесом была работа в рекламном агентстве. Путь прошел от менеджера по BTL Promotion, Consumer Promotion на всю страну до руководителя большой интернациональной команды в Digital агентстве. Те навыки, которые мы отрабатываем в данном тренинге, их далее уже не использовать просто нельзя, на мой взгляд. Потому что когда ты один раз понял для себя, попробовал на практике в рамках тренинга, то, конечно же, я думаю, на практике они будут мной использоваться не раз. Решил стать тренером, потому что, во-первых, мне, скажем так, есть что рассказать людям. За 15 лет своей работы я очень много научился и набрался опыта, и, пометуя свой достаточно успешный опыт по тренингам in-house работы в агентстве, мне показалось, что, в принципе, я готов рассказать нечто большее миру, донести миру, нести свет в мир, как бы громко это ни звучало. Если говорить о том, чего бы я пожелал участникам тренинга для того, чтобы вынести максимальную пользу с него, то это, наверное, выбрать один или два инструмента, с которыми они познакомились и которые, на их взгляд, им кажутся самыми ценными и полезными, которые они могут применить в реальной жизни, и обязательно попробовать применить их в течение ближайших 48 часов после тренинга. И если понравится, получится и, что называется, пойдет, то обязательно практиковать этот инструмент, отрабатывать в течение ближайших 3 недель, чтобы это вошло в практику. И тогда толк от тренинга будет однозначный.